Всем привет, друзья, с вами Гамилькар Барка, рада всех приветствовать. Продолжаем играть в Rim Total War Barbarian Invasion. Вторая серия после того, как я возвращаюсь в Total War. Можно сказать, вторая серия после того, как я возвращаюсь с летних каникул, скажем так. И восьмая серия, так если смотреть глобально на наше прохождение. Итак, надо в этой серии уделить большое внимание товарищам вандалам. Надо уделить большое им внимание и посмотреть вообще на характеристики их войск, что они вообще из себя представляют, потому что ситуация у нас, конечно же, критичная. Они странствуют от одного нашего города к другому. Сначала осаждали Аварик, сейчас идут в сторону Бурдигалы. Ситуация напряженненькая, и нужно здесь как-то будет нам с ними разбираться. Тайный агент. Основную угрозу для нас представляют в армии вандалов это генеральские отряды охраны, вот, тяжелая кавалерия, варвары, военачальники. И их лучше всего выкашивать именно отрядами убийц, наемных киллеров, блин. И где же их нанимать? Я хочу сейчас как раз таки посмотреть, в каких наших городах я могу нанимать убийц. Так, я могу в Август Триверерум нанять, возьмем одного, замечательно, и еще одного бы не помешало, это поселение алиманов, да, возьмем двух убийц, посмотрим, где еще можно брать, это у нас поселение франков в столице, берем, замечательно. Три убийцы, будем их отправлять сейчас ликвидировать вражеских генералов. Теперь мы захватили Август Винделикорум, постараемся сейчас здесь отремонтироваться, ремонтируемся, замечательно, потратили кучу денег на это, сносим здесь храм, это храм Митры, сносим и строим свое святилище, давайте построим святилище Донары, наверное, да, он дает больше нам плюшек. Строим, ставим здесь 1-2 хода и дальше уже выдвинемся в сторону Северной Италии. Кроме того, здесь не нужно забывать про англичан, они недавно сделали Brexit, да, референдумы вышли из Евросоюза, но я думаю, что в моем Европейском Союзе, который я строю, я думаю, англичане будут смотреться в самый раз. Большой богатый город Лондинем, думаю, его обязательно нужно разграбить и получить денежек за это. Так, что я еще хотел сделать, что я хотел посмотреть, да, вандалы, это... Это, блин, угроза. Выдержит наша Бурдигала, если на нее сейчас нападут эти ублюдки. Давайте возьмем один отряд лошадок сюда. И подойдем поближе. Попытаемся спровоцировать их на нападение. И закончим на этом ход. Так, я забыл, да, кстати, мы здесь разбиваем армию повстанцев. Авторасчетом. Безоговорочная победа, да. Давно было пора наказать этих ублюдков, которые здесь занимались грабежом на нашей территории. И на нас нападает Вангион. Угу. Ну, всего лишь навсего одна армия, но в ней, блин, 4 генерала. Ну что, пацаны? Ну что, пацаны? Да, давайте отправимся туда и попробуем разобраться с этим товарищем Вангионом. Постараемся с ним разобраться. Самая опасная вандальская армия, думаю, если мы ее снесем, то уже дальше будет нам абсолютно точно легче с вандалами, потому что такого гигантского количества генералов в остальных армиях нету. Там вообще, если не считать вот эту армию с Вангионом, то в остальных армиях по одному, а в некоторых даже и вообще нету генералов. И нам будет точно полегче. Итак, я что-то не понял. А, мы атакуем на них из засады. Ага. Вот оно как, да? Вот оно как. Ну что, это просто замечательно. Замечательно это просто. Это просто, я бы сказал, даже настолько замечательно, что я просто даже не знаю, что сказать. Я даже не знаю, что сказать здесь. Вот это прикольненько. Так, замечательно. Враг не может построиться. А мы как раз-таки сейчас и построимся. Так, где ихняя пехота? Вот здесь вот ихняя пехота.
Свою пехоту мы поставим вот здесь. И, собственно говоря, очень быстро их атакуем. Лучников вот здесь вот поставим. Тра-ля-ля. Так, еще у нас мечники есть. Так, этих мечников поставим, куда мы их поставим? А мы их поставим вот сюда. Зажмем их в тиски между пехотой и кавалерией. Да. Так, генерала нашего вот сюда вот поставим, чтобы он лишний раз не светился. Так, вот эти два отряда и сюда ставлю. Будем сносить ими генерала ихнего. Это сюда. Так, пацаны. Это вот сюда. И это вот сюда. Так, ну что? Что? Начинаем битву и сразу ставим паузу. Чук, пауза. Теперь. Лукари, куда вы стреляете? Лучники. Так, ну давайте лукарями постреляем по... Ой, куда же нам пострелять-то, ну, давайте по коннице, само собой, построим. Так, теперь здесь мы выстраиваемся в клин и атакуем вражеского генерала. Здесь мы атакуем... Так, здесь мы атакуем сюда. Нет. Атакуем сюда, 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 сюда. И здесь включаем стену щитов и выстраиваемся вот сюда. Так, генерал наш. Генерал наш отправляется сюда. Так, все, всем вроде... Так, а вот здесь еще у меня есть пацаны. Им включаем клин. И вот сюда вот эти войска будут отправляться у нас. Здесь я ударю вот сюда. А здесь я отступлю. Так, все. Поехали, поехали, поехали. Жара. Пошла атака, пошла. Включаем бег. Бу-бу-бум, здесь врезаются наши конники, врезаются. Атака, здесь выстраиваемся сюда, в клещи зажимаем пацанов. Сюда, лучники стреляют, здесь стена щитов, да, здесь уже разбили. Опрокинули, здесь бьем вот сюда, здесь разгром. Полнейший, бьем сюда. Ну, посмотрите, как стоят здесь крестьяне степной орды в окружении тотальном, но все равно стоят. Генерал нашего подводим и бьем теперь сюда. Бьем сюда. Так, там прогнали отряд наших лукарей, но в принципе все складывается довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо. Да, здесь тоже разбили. Бьем сюда. Так, здесь что происходит? Здесь сражаются доблестно наши пацаны. Доблестно сражаются, но надо убить генерала. Конечно же, надо убить генерала. Так, здесь нам в тыл бьют. В тыл нам бьют. Выстраиваем стену щитов. Но вражеская армия уже очень большие потери понесла. Убили уже 68%, но при этом сами потеряли гигантское количество войск. Вражеский генерал несет потери и пытается здесь, я так понимаю, убежать. Но нужно его добивать, конечно же. Громим. Да, парни, громим. Разбили вражескую армию. Абсолютно точно. Здесь большие потери у вандалов. Даже если не разобьем сейчас всю армию полностью, то я думаю, что... Да, убили вот раз генерала. Два генерала убили уже. Замечательно. Остальные генералы просто-напросто решили сбежать с поля боя. В процентном соотношении мы убили сколько ж? 80%. 80% самой крупной вандальской армии. Это тебе не хухры-мухры. Это тебе довольно-таки неплохой показатель. Да, засада сработала. При этом сами потеряли достаточно много войск. Довольно-таки странно, да? Как мы могли столько много войск потерять, особенно кавалерии. Очень много потеряли, но
31%, елки-палки, 31%. Все, здесь из всей вражеской армии остается только вот этот один отряд, это военачальник, бьем его, всей кавалерии нашей, бьем его толпой, добиваем его. Теперь можно мечникам перестроиться. Так, добиваем. Мечники перестраиваются сюда, вот так вот. Отключаем им стену, убираем их из групп. Все, поймали здесь еще одного генерала, бьем, массой наваливаемся. Да, и все, продолжаем битву, постараемся его убить. Постараемся его убить. Потому что если мы сейчас его здесь добьем, то он уже на стратегической карте не... Да, все, убили, вражеский военачальник погиб, брено. Все, выходим из битвы. Безоговорочная победа, 725 человек потеряли, но при, убили, но при этом 428 потеряли, потери очень большие. Итак, вернулись на стратегическую карту, армия вандалов разгромлена, и они убегают, да-да-да. После потери такой значительной части своей орды, вандалы приняли решение, что им лучше убежать. Оно и правильно, мы сейчас наши потери должны залезать. Должны восстановить наши потери, и после этого мы продолжим, собственно говоря, разбираться с вандальчиками, да. Возвращаем войска в аварики, здесь переобучаемся. К сожалению, тяжелую кавалерию я в аварике переобучить не смогу, поэтому тяжелую конницу мы отправляем сейчас в Бурдигалу, там ее и переобучим. Наш соглядатый будет наблюдать за действиями вандала. Мы самая сильная фракция, у нас больше всего войск, оно и понятно. Строительство закончено, рынки мы построили, где надо было, храм новый построили в август Венделикорум. И готовимся к наступлению на Северную Италию. Итак, строим здесь вышечку, да, сторожевую башню. И видим первый город, это у нас Медиолан, который находится под осадой римских войск. Войск Западной Римской империи, но я думаю, что мы не дадим им захватить этот город, захватим его сами. Подтягиваем войска из Август Венделикорум. Подтягиваем, восстанавливаем численность войск. Сидеть там и ждать, пока эти все войска будут переобучены, у нас возможности нету, поэтому вручную мы восстанавливаем их численность вот таким вот образом, привычным и стандартным для нас. А эти войска мы оставим в городе в качестве гарнизона. Здесь видим, что Август Флавий осаждает, да? У Августа Флавия довольно-таки неплохая армия, и мы сейчас атакуем Августа Флавия. Посмотрим более подробно на его войска. Да, у него войска довольно-таки неплохие, у него очень хорошие ребята, вот эти вот, которые называются наемные ветераны, очень тяжелая пехота, очень стойкие ребята, но их у него всего лишь два отряда. Все остальные войска очень сильно покоцаны, потрепаны боем. Есть арбалетчики, которые тоже довольно-таки большую угрозу представляют. Они пробивают броню. Поэтому с ними нужно быть внимательным. Они очень сильно убивают генералов. Но если мы сейчас разбиваем вот эту вот армию Августа Флавия, можно дальше осаждаем Медиолан и через ход заберем себе Медиолан. Отправляемся самолично в битву. Итак, начинаем размещение войск. Постараемся здесь максимально быстро отыграть бой. Основная наша здесь задача — вынести два отряда ветеранов, которые там есть в армии у римлян. Дальше уже, я думаю, все остальное будет для нас легкой такой закусочкой, да. У нас есть кавалерия, у нас перевес в кавалерии довольно-таки серьезный. У римлян нету такого большого количества конниц, как у нас. Напомню, у нас 4 отряда конницы, не считая генеральского отряда, само собой. И идем на сближение. Смотрим, что у них за войска. Так, давайте поставим, чтобы парни бежали. И поставим вторую скорость. Кавалерии, само собой, отключаем бег. И генералу тоже. Смотрим на войска. Наемные аланские конные лучники из кавалерии, наемные ветераны-всадники. Но, в принципе, да, есть войска конные, но это не такие уж и серьезные для нас проблемы. Начинаем обстрел. Включаем вторую скорость. Огонь мы сконцентрируем на ветеранах. Включаем стену щитов. Конницу заводим на фланге. Конницу заводим здесь на фланге. Здесь подходим поближе. Включаем обычную скорость, приказываем всем бежать. Здесь идет атака на нас.
Конница заходит на фланги. Здесь чаржим прямо в лоб. Здесь идем сюда. Идем сюда. Здесь атака. Конница зашла на фланги. Бьем в тыл. Бьем в тыл. Здесь атакуем сюда. Здесь атакуем сюда. В клещи попадают здесь римские отряды, которые напали на Вити. Но все равно в окружении очень долго эти ребята выстоять не смогут. Конечно же, теперь можно сказать, что фланг римский опрокинут. Рим вынужден идти вперед всеми силами. И он оголяет свои фланги. Чем мы, собственно говоря, сейчас и будем пользоваться. Разбили здесь тылы римские. И добиваем то, что осталось у Рима здесь. Нам фактически из серьезных отрядов остается убить только римского генерала. И все, видите, в тылах у Рима начинается паника. Рим, конечно же, фракция с очень высокой моралью, но паника это дело такое, против которой очень тяжело что-либо сделать. Все, можно сказать, бой сделан, битва сделана. Ставим на вторую скорость и просто добиваем убегающие войска противника. Их вот здесь не так уж и много, в принципе. Да, пылесосим то, что осталось. Желательно, конечно же, было бы убить генерала, чтобы дальше нам было полегче. Да, потому что сейчас добьем генерала, то уже, я думаю, можно сказать, что все, да, убили генерала. И смотрим, какие вообще войска здесь не бегут. Ну, те войска, которые не бегут, они отступают, да. Они, видите, что уже абсолютно далеко, здесь вертолет летает очень низко рядом с моими окнами. Надеюсь, что это не за мной. Ну ладно. Все, безоговорочная победа. Выходим на стратегическую карту. Посмотрим, что там у римлян осталось из войск. Да, здесь еще осаду продолжают войска под командованием Непа Флавия. Ну, я думаю, с Непом Флавием и с остатками вандальской орды, вернее, не с остатками, а с ордой вандальской, мы разберемся уже в следующих сериях. С вами был Гамилькар Барка, друзья мои, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями. Увидимся в следующих сериях. Бай-бай.